Лодки или каноэ можно идти не только в свободной сессии, но и на ПВЕ-заданиях. Сегодня как раз покажу два варианта, используя роль самогонщик и роль знаменитого охотника за головами. Выполнять эти задания можно как в соло, так и в отряде с друзьями. Начнем с бутлегера. Заходим в раздел «Прогресс», жмем вкладку «Сюжетное задание» и выбираем «Жизнь самогонщика». Здесь есть на выбор две миссии. «Нет дыма без огненной воды» либо «Ложка дегтя в бочке пойла». И там будут каноэ. Я для примера выберу «Нет дыма без огненной воды». Теперь переходим к роли знаменитого охотника за головами. Подходим к доске объявлений и выбираем преступника Джинбо Финли. В окрестностях Шейдибель будет находиться 4 каноэ. Выбирайте те, что стоят на берегу реки Ланахаси, и не трогайте те, что возле причала самого особняка. Есть шанс, что охрана вас заметит и нашпигует вашу тушку свинцовыми пилюлями.